Я женщина. Мир диктует мне, какой должна быть моя красота. Как я должна воспитывать детей, любить мужа и реализовываться. Много ожиданий, много вызовов, многое лежит на моих плечах. Я женщина, и меня легко ранить. Словом, взглядом или же их отсутствием. И я могу быть сильной. Я и есть сила. Но так часто мне хочется вновь стать маленькой девочкой. Я женщина, и в любом сезоне своей жизни, в любых обстоятельствах, хочу остаться ею. Я женщина. А кто такая женщина?